Всем привет, я буду снимать видео «Секретные винилы в Modal 2 Big City Online», которых нету в игре. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам это будет видео полезное. И пишите комментарии, какое видео мне еще снять, потому что у меня уже нет вариаций, что мне снимать. Вот придумала снять секретные винилы. Мы переходим к видео. Смотрите, давайте, к примеру, вот на «Жигуляке», да? Мы заходим, тюнинг. Винилс. Добавить. Заходим в тэшку вот эту вот. Modal 2 стираем. Так, стираем. Конечно, это не на всех винилах работает. Заходим в смайлик. И вот, смотрите, давайте, к примеру, вот такой вот. Вот такой вот, вот месяц с звездочкой. Пожалуйста, друзья. Все, месяц звездочка есть. Только мне надо. Все, вот месяц с звездочкой. Отлично, друзья. Первое. Такой вот винил. Так, давайте следующий винил. Смотрите. Вот крестик, оно будет работать. Да, крест тоже работает. Конечно, это не на всех, я повторяю. Смотрите, может еще работать. Это иди будет работать. Вот, иди уже не работает. Это не на всех. Так, вот такое, вот такие штучки работают. Работает. Кстати, друзья, если вам надо их больше, то есть вот смотрите. Заходим, да, месяц. Если можно месяцев сделать 5 и получить их. И получить их вот сколько это наклацал. Ну, то есть, круто. Вот так. И всего лишь мы платим 50. Конечно, если нет винилов у вас. Давайте еще что-то посмотрим здесь. Где можно еще что найти. Кстати, смайлики не все работают. Или вообще смайлики не работают. Смайлики, по-моему, не работают. Давайте поклацаем еще некоторые. Давайте вот такой клацнем. Не работает. Давайте не смайлики, давайте... из что-то из... Вот такого там... Простое такое. Давайте... Ой, мы ничего не нажали, да? Давайте там... Не знаю. Давайте можно клацнуть подарочек. Не, подарочка нет. Почему-то не на всех это делается. Ну, блин, было классно. Так, мне что-то отослали. Смотрите. Интересно, вот эти работают линии? Да, линии вот эти работают. То есть, ой, ага. Все, вот линии работают эти тоже, вот так вот. Ну, конечно, они не сильно получатся толстые у вас. Максимум вот такая линия получится. Ну, то есть, пользуйтесь, друзья, это крутой лайфхак такой для начинающих игроков. Давайте еще что-то мы найдем. Давайте удалим, да, вот. Так, давайте мы найдем еще что-то тут, может... Я просто тут еще не все наклацал. Может, что-то еще найдем. О, алмазик. И... Не, алмазика нет, к сожалению. Ага, алмазика нету. Давайте. Давайте. Такой будет. Такого тоже нет. Блин, жалко. Давайте вот такие, к примеру. Будет вот такой значок. Да, друзья, будет. Вот. Офигеть. Просто офигеть. Как? Я узнала это только сегодня, что так можно делать. Вообще офигенно. Просто пушка. Кстати, друзья, забыл сказать, что это на всем работает. Хотя нет, не на всем. Блин. Именно на вот этой штукой на все работать, я думал. Ну, именно на вот этом вот сердечке, плюсик. Она будет работать вот такая вот. Нет. Все, друзья, все равно крутой лайфхак. Да, крутой лайфхачок такой чисто. Модный. Эх, всем пока.